Как только под этим роликом вы набираете 250 лайков, сразу же публикуется следующий ролик с Дашей. Ну а перед началом этого ролика я хочу вам напомнить, что сейчас на моем канале проходит конкурс на 3 золотых акции победителя, итоги которого будут подведены 5 марта. Обязательно успей принять участие, все условия есть в описании под видео. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV, и в сегодняшнем ролике у нас будет то, что, к сожалению, у нас не получилось осуществить вместе с Дашей во время нашего предыдущего открытия, а именно сегодня мы для вас записали мощнейший батл на премиум кейсах. Мы откроем их по 100 штучек с каждой стороны, то есть суммарно в этом ролике вы видите открытие 200 премиум кейсов. Это очень дорогой ролик, очень масштабный ролик, к которому мы очень, на самом деле, долго шли, и поэтому я очень надеюсь, что вы поддержите его своим лайком. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Стараюсь для вас пилить контент, несмотря на общую вообще загруженность, да и обстановка сейчас, сами понимаете, достаточно напряженная. Но надеюсь, что данный ролик вы поддержите лайком. И давайте условимся. У меня для вас, вернее, у нас с Дашей для вас уже отснято, помимо этого ролика, еще несколько интересных видео. Поэтому, если вы хотите, чтобы они вышли на канале поскорее, то как только под этим роликом вы набираете 250 лайков, сразу же публикуется следующий ролик с Дашей. Он будет не менее интересный, чем данный видеоролик. Поэтому все в ваших руках, друзья. Ну и перед началом батла расскажу немножко о правилах. Собственно, начисляться баллы у нас будут за скины по нашей системе баллов, которая немножко отличается от предыдущей системы, которую мы использовали во время нашего батла с Дэном. Собственно, за третий тир у нас будет начисляться 1 балл, за четвертый тир 2 балла, за пятый тир 3 балла, за шестой тир 5 баллов и за седьмой тир 10 баллов. Поэтому хотел бы попросить вас внимательно следить за роликом, по возможности смотреть его без перемоток и в конце видео подсчитать, сколько у нас вообще баллов получилось и кто из нас выиграл. В принципе, правила я рассказал. Очень надеюсь, что ролик вам понравится. Поэтому еще раз не забывайте про лайк, подписку, ну и приятного всем просмотра. Я начинаю, и, соответственно, я хочу 2 кейса порезать. Давай. Поехали. Громковато. Громковато, кстати. Сейчас. Так, ну нормально. Мне третий-четвертый упал, в принципе. На этом аккаунте скинов нет, поэтому здесь, скорее всего, будет все новое. Здесь всего 250 скинов, то есть прям вообще ничего нет. Поэтому пока. Угу. Давай дальше. Я тоже думаю. Хотя нет, нет. Почему тоже? Да, давай дальше. Давай. 3 режем. Так, 3 режем. Погнали, кейс. Ради зрителей и ради такой коллаборации с батлом нам нужен дроп хороший. Четвертый, третий. Прости, перебил. Ничего страшного. Четвертый, третий. Так, я сразу включаю авиарежим. Ах, я дурачок. Как я... Сейчас бы я включил авиарежим, у меня пад на мобильном интернете. Сейчас я включу авиарежим, мне коп свернется. Селлер купил? Чего? Ты селлер подкупил, в смысле? Нет, у меня мобильный интернет с телефона раздача, потому что копс, у меня сегодня и нет, Wi-Fi просто полностью лагает вообще. Ясно. Короче, у меня копс вообще не запускался, поэтому пришлось с мобильным. Так, ну, давай дальше, короче. Давай один фастом. Let's go. Четвертый. То же самое, тоже четвертый. Кстати, зрители, внимательно следите за ходом батла и в комментариях потом напишите, сколько баллов у меня, сколько у Даши, кто из нас в итоге выиграл. Потому что кейсов много, скинов падает много, конечно, все это считается лень, поэтому вы уже, собственно, в комментах напишите, кто из нас победил. Мы все обязательно, ну, я, в частности, все обязательно почитаю. Вот. Давай дальше. 4 режем. О как, давай, поехали. По-крупному ставочки уже накаляются. Четвертый. Кстати, пока ни одного пятого. Не пятый. У меня шестой. Почему? По кайфу. Почему? По кайфу. Так, твои ставки, чем мне упало шестое? Топорик. Нет. Что? Не топорик. Упал этот такту. Угу, конечно. Ну, я вот говорил еще раз для зрителей, повторю. У меня АР-ка была. И новый тропаж. Неплохо. И для зрителей еще раз повторю, мне вот этот такту падал в свое время на основе, которая без заната 4 раза. Просто. Угу. Именно такту. Я не знаю почему. Может, у него какой-то шанс подкрученный, фиг его знает. Давай 3 кейса порежем. Давай.
Такс. Третий, третий, четвертый. Спасибо. Третий, третий, четвертый. По кайфу. Что-то, по-моему, как-то этот... Прям не зато хочется. Зато все выдавать. Дубликаты, прям кайф. А у меня ни одного дубликата. Не дубликат, так дровики и эрка, все. Нормально. Ну, тебе дубликаты-то вообще по кайфу. Можно перчи зафармить. Вот и говорю. Перчи зафармить, вообще класс. Давай фастом, давай. Давай, давай фастом, хорошо. Третий, четвертый. Третий, третий. Кейс, я, конечно, все понимаю, но ты не обнаглел ли? Как бы, я, конечно, понимаю, что это не ревайнд, как бы, да, то есть это тут кейсы другого порядка, но в целом все равно. Давай что-нибудь годное. Давай 5 порежем. И 5 хочу вместе. 5 вместе порежем. Окей, давай. Давай, поехали. Какой звук классный. Согласен. Звук денег и хороших скинов. Ну и говно. Согласен с тобой. У меня 3 третьих, 2 четвертых. Аналогично. По кайфу, по кайфу. Ну, хоть дигл хороший. О, новая лука, класс. Хоть дигл бокс-катер хороший. Правда, я его не буду юзать, потому что у меня здесь ивентовый хороший, 5-й тир. Ну, ладно. О, даже дубликат выпал. Вообще по кайфу. 4. Одновременно. Ок, давай. Зрители пока могут писать в комментариях свои догадки, что нам сегодня выпадет. Вообще, 7-й тиры будут. Но за 100 кейсов обязаны быть, кстати. Причем, что тебе, что мне. Я 6-й. По кайфу. Пятый, четвертый и третий. Мне 3 четвертых, 1 третий, 6-й ставлю топорик. Бабочку. Блин, ну ты меня перегила. Топорик какие у тебя. Почему я поралась? Потому что это мой этот, последний 6-й тир, который у меня. Все. У тебя теперь все 6-е, да? Да. По кайфу, это классно. Это по кайфу. Так, у меня даже дубликатик тут был. Так, дальше получается я, правильно? Дальше я хочу... Три режем по одному. Три режем по одному. Пятый. Третий, шестой. Четвертый. Слушай... Четвертый. Тебе прям прет сейчас. Бабочку ставлю. Бабочку. Кукри, ладно. Не угадал. Ну, блин, ты вперед вырываешься прям уже так значительно. А меня что-то вообще что-то не сыпет как-то, кейс. Ты это перестань. Причем это же тот самый легендарный аккаунт, на котором я за 100 кейсов Winterfest выформил фулл ивент почти. И теперь... Вся мана туда ушла, все. И теперь спрема вообще не падает. Вообще ничего не сыпет. В принципе, может, это к лучшему. Ну, блин, я хз, ну... Я сюда хочу какие-нибудь ножи интересные и перчатки, потому что тут разнообразия мало. Аккаунт вроде крутой, но разнообразия мало. Понимаю. Так, дальше ты вроде. Два фаста. Давай, кейс, на удачу для зрителей. Давай. Пятый, третий. Четвертый. Ну, ладно, не так. 2XD. 2XD, понимаю. У меня этот ТРГшка тоже с XD, кстати. По кайфу. Дальше я. Давай я... 4 режем по одному. Зрители, поставьте все лайк на удачу, пожалуйста. Все, мне говно полно. Зрители, кто лайк не поставил, почему не падает? Четвертый, третий, третий, четвертый. Пятый, четвертый, третий, третий. Ну тоже такое, знаешь, на любителя. Угу. О, даже дубликатики стали падать, прикольно. Давай дальше. Давай-ка 5 одновременно. О как. Давайте, зрители, вот все лайки сейчас поставили на удачу. Давайте. Все. И нам сейчас падает 7-й тир. Проверяем. Ой. Ну, почти. 4 третьих, 1 четвертый. Спасибо. 4 третьих, 1 пятый. Зрители, кто это сделал? Признавайтесь. Зрители, признавайтесь, кто это сделал? Почему не падает? Признавайтесь. Я же вот вижу, что это именно ты. Признавайся. Напиши в комментариях, что это ты. Так, окей. Два фастом. Два фастом. Пятый, третий. Слушай, я... Третий, третий. Понимаю. Я о, вот... Эрка еще одна. Я вот вспоминаю свою удачу этот на Смурфе, когда я открывал. Мне столько падало седьмых с према.
прям от тонны валились. Где здесь седьмые? Камон. Сколько там удача? Ой, удача, шанс. 1.25. Ну, типа, я на... Там был аккаунт с нуля, то есть я за 600 према выформил фулл прем. То есть с нуля. То есть там нулевый акт был. За 600. Здесь мы сотку откроем, вообще по нолям падает седьмых. Давай. Пятый, четвертый. Аналогично. Окей, неплохо. Еще два фаста хочу. Давай. Шестой. Так, окей, хорошо, неплохо. Пятый, четвертый. Дай бабочку хотя бы. Говно. Глашка Бутакушин, кстати. Догадайся, если я сказал говно, что мне выпало. Топорик. Нет. Такту. Нет. Кукри. Кукри, да. Это дубликат, кстати. Лол. Ну, неплохо. Откуда у меня здесь кукри был? Я даже не помню. Ладно. Давай дальше ты. Да, фастер. Так, аналитика. Тактика работе. Третий, четвертый тир. Нет, ни хрена, два третьих. Ладно, хорошо, опустим тактику. Четыре режем. По одному. Это ревно или по одному? По одному. Пятый. Третий. Четвертый. Пятый. Пятый. Третий. И пятый. Ну, слушай. Пятый. Не, здесь нормально. Три пятых, один третий. Это мне понравилось, кстати. Это понравилось. Два пятых. Это о, Р. Эквип. Так, ну пока какой, какой у нас, кстати, улов за 50 кейсов? Два шестых у обоих, да? Да. Ну, такое себе, на самом деле, крайне посредственный результат. Давай дальше. Твой следующий ход. Давай-ка четыре одновременно. Давай. Кейс, ну пора уже, реально. Пора раздупляться и выдавать дроп. Посерьезно. Ну, неплохо. У меня, короче, два пятых, один четвертый, один третий. Два пятых, третий, третий. Неплохо, но мы прям с вами вровень идем. Прям вообще максимально вровень. Ну, мне кажется, ты еще и догоняешь. Прям такую чуйку. Ну, не знаю, мне кажется, что ну тут прям вот, ну прям очень ровненько. Прям максимально. Ну, ровненько, но я прям чувствую, что ты. Не знаю. А, давай три режем по одному. Четвертый. Четвертый. Третий. Шестой. Четвертый. Да почему ж ты седьмой это дать не можешь, кейс? Ну дай для почему контента. Шестой? Почему шестой? Керамбит, кстати, он, по-моему, тут был. Вот если я не ошибаюсь, он тут был. А не было, это новый. Ну, по факту, зачем мне здесь керамбит, если у меня есть керамбит с рулетки, красивый и фиолетовый. Я все равно этот юзать не буду. Зачем? Тоже верно. Зачем? Ну, вот сейчас я тебя точно должен опережать, по идее, с шестым тиром. Ну да, 100%. Зрители, лайк на удачу. Я не перестану это повторять, пока нам седьмой не выпадет. Давайте. Вот что это за дела? Два третьих, один четвертый. Говно. У тебя там долго пилится. Да я туплю. Я думал, у тебя седьмой там. Пятый, пятый, третий. Ну, неплохо, кстати. Это неплохо. Так. Два МП-7 вектор. Короче, один фастом. Давай. Шестой. Шестой. Пятый. Хорош. Хорош кейс. Кой, кстати, мне коллаж. Догадайся, что мне упало. Ну, ты не сильно радуешься, Реникс, наверное. Я сильно радуюсь, это бабочка. Ух, поздравляю. Но она здесь была, кстати, конвертировать. Тогда пофиг. Блин, прикинь, если мы 20к дубликатов накопим, и я все-таки себе перши здесь куплю. Это будет очень круто. Ой, классно. 4 фаст. Хочу фаст. Давай, давай. Зрители, лайк на удачу, подписались и поехали. Ну, ну такое среднее. Пятый, шестой, пятый и третий. Так, шестой ставлю... Давай. Керамбит. Нет, бабочка, но пятый мне... Айвори калаш выпал. О, мой который любимый. Мне не было. Чисто мой One Love калаш со Сноу. Сколько я с ним отыграл. Да. До тех пор, бабочка, пока его не испортили. Бабочка и еще новый MPX. Классно. Блин, Айвори, вот нафига его пофиксили, гада? Испортили калаш. Согласна, прям вообще. Он был такой классный. И теперь он теперь блеклый такой. Я вообще думаю его покупать, но все выпал. Ставь пока. Кайф. Так, теперь хочу... Давай три порежем по одному. Да. Давай, ну все, третий. А, четвертый, третий, третий. Так, такой себе, давай ты. Два фаста. Два фаста, давай. Ну дай чё.
Пятый-третий. Какой у тебя? Пятый-третий. То же самое, пятый-третий. Аэрка, кстати, выпала. О, аэрка красивый Эрка. Скин. Такой черный, ну как чешуя такая, черно-красная. Так у меня тоже он выпал. Нормально. Так, ну слушай, что-то... Ауроборос, да? Какой-то там такой-то. Давай... Сейчас мой или твой ход? Твой. Мой. Тогда хочу... Три режем одновременно. Ну давай, Кейс. Ну ради зрителей. Пожалуйста. 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 Ну, не, пятый. Пятый, четвертый, третий. Шестой. Найс. Шестой, четвертый, четвертый. Ставлю на такту. Ремикс. Ладно. У нас сегодня, по-моему, никто ни разу не угадал. Ладно. Так, хорошо, дальше ты. Три. Фастом. Найс. Фастом, что-то у меня. Давайте, я верю. Поехали. Блин, говно. Согласна. Четвертый, третий, третий. Аналогично. Зрители... УСТМПХ новый, вау, пахим. Зрители, в комментариях там баллы не забудьте подсчитывать. Здесь подсчитывать много. Вот. Но пока у нас поровну. Потому что отрыв не сильный. Ну, да, вот отрыв не сильный, фиг знает сколько. Здесь как раз-таки очень важно четко подсчитывать. Потому что если бы кому-то из нас падало, типа и так понятно, кто выиграл. А здесь прям вообще непонятно. Ну, хозе, мне прям чувствую, что ты. Мне кажется, что ты. Ладно. Ладно, так, мой ход же, да? Четыре режем одновременно. Давай. Пожалуйста. Шестой. Да почему не седьмой это? Ну тебе впадлу докрутить еще один тир? Ну серьезно, Кейс. Ну шестой. Опять шестой? Почему? Тебе тоже шестой? Да. Капец, тебе тоже. Мы прикинь, насколько мы идем вровень. Просто. Да. У тебя что, у меня... Четвертый, пятый, третий, шестой. Ставлю на керамбит. У тебя керамбит. Бабочка. У меня тоже бабочка, прикинь. Бабочка, бабочка. А, тебе бабочку? Тоже бабочка. Я знаю. Шестой опять. Да ну нафиг. Да в жопу. Даже не смешно уже. Какой у меня нож? Твои ставки. Пусть будет керамбит. Нет, кукри. Ребят, напишите в комменты, вы верите, что нам за 18 кейсов еще седьмой тир дропнется? Я вот верю, я чувствую, он выдаст, все равно даст с последних кейсов. Не знаю, прям чуйка такая. Прям чувствую, говно какое-то. Ну давай, ходим. А, вернее, да, ты сейчас ходила, все правильно, теперь я. Три режем по одному. Четыре. Говно тактикам, короче, три третьих. Согласна. У тебя тоже? Два третьих, один четвертый. По кайфу. О, дубликаты пошли, короче, нормально мы сегодня. О, дубликат Ривик, еще один. Нормально. Класс. Давай King дальше. X. 15 кейс. Давай, 5 одновременно. Ну, слушай, жестко, ставки-то накаляются. Ребят, поддержите ролик, пожалуйста, лайками, комментариями. Ну, вообще не сыпет, ну, хоть вы порадуйте. Опять шестой, да ты издеваешься, что ли? Седьмой, шестой тир, это так даже звучит стрёмно. Опять шестой, ну что? У тебя опять шестой, ты понимаешь? У меня 7, у тебя 6 шестых. У тебя что, ставлю на керамбит? Кокри. У меня чё? Керамбит. Нет, бабочка. Да ёпта. Ну, слушай, у меня новая эрка. Ну, теперь мне все эрки вроде. Слушай, сколько у меня дубликатов сейчас фармиться стало? Ты чё, мы нормально выфармили? Погоди. О, да, у меня все эрки. Найс. Пока. Ну, слушай, ну, блин. Это даже это какой-то, я не знаю, это рофл какой-то. Троллинг. Это троллинг. Чисто падает одни шестые. Блин, давай попробуем два фаста. Давай. Четвертый, третий. Четвертый, третий. Понятно. Сейчас дальше. Я себя слышу. А, все. Так, давай дальше. Ты. А, ее. Ты. Давай один фаст. Давай. Третий. Шестой, блин. Мы опять поровну. У нас 7 шестых у обоих вроде. Какой? Кукри. Керамбит. Да боже, ну я все эти разы говорил, Керамбит один раз искал не его.
Вот это правило. Я сейчас ждала это слово. Это чисто правило рулетки. Нужно ставить на одну и ту же позицию, пока не выпадет. Боже мой. Обидно. Давай, ты. Давай три режем все вместе. Шестой. Пятый, четвертый. Шестой, опять рофл. Чем мне выпало? Бабочку. Кук. Ты понимаешь, 8 шестых тиров, 8. А у тебя 7. 0 седьмых, 0. За сотку кейсов, понимаете, давай. Надеюсь, за эти 4 кейса у меня будет... А, хотя пофиг. А прикинь, он сейчас 4 кейсов 7 даст. Я не удивлюсь, давай. Если честно. Все 4 сразу? Как? Давай по 2 фаста. Окей. Давай, поехали. Первый пошел. Шестой опять. Девятый, шестой. Слушайте, десятку пробьем сегодня. Чисто для караси, для контента. Два третьих, если что, у меня. Понял. Че у меня выпал нож какой? Бабочка. Кукри. Мне падают, короче, одни кукри да бабочки. Все, я понял. Мне другой не падает. Так, ну и здесь тоже 2 фастом. Давай, поехали. Два третьих опять, ну классно. Третий, пятый. Ни одного седьмого нам обоим не выпало. То есть, ты понимаешь, я в шоке. Я в офиге сижу, ребята. Те, кто верил, что там седьмой упадут, мы вас вынуждены разочаровать, к сожалению. Я не понимаю, как это работает. Но, кстати, мне выпал на один седьмой больше. И подожди, или... Я думаю, ты... Подожди. Мне выпало 9. Тебе 7 выпало? Или 8? Ну, вроде как 7. Ну, если мне выпало 9, а тебе 7, по идее, я выиграл. Вроде. Но, опять же, ребята, все это ложится на ваши плечи. Пожалуйста, пересчитайте внимательно. Ну, я думаю, 5000. Сколько у кого баллов, потому что реально интересно. Ну, шли мы с тобой прям ноздря в ноздрю, прям вообще максимально вровень. И причем максимально вровень ни хреново. То есть там просто обоим ничего не падало. И все, ну... Обидно. 21-150. О, неплохо. Я могу купить себе перчатки, да ну нафиг. Илья, я тоже могу себе купить перчатки. Только вопрос, какие мне взять. И вот это вопрос очень актуальный, потому что я не знаю, какие мне брать. Проблема в том, что мы фиолетовые еще не затестили. Я не знаю, как они в игре смотрятся. Сейчас затестим все, куплю их. Ну что ж, друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Я очень надеюсь, что он вам понравился, поднял вам настроение, сделал ваш день чуточку лучше. Не забывайте подсчитывать баллы, сколько у меня, сколько у Даши. Так как мы до сих пор все-таки это не подсчитывали сами, интересно узнать, кто из нас все-таки победил. Ну и несмотря на то, что батл прошел не совсем так, как мы этого ожидали, все-таки он получился интересным, я очень надеюсь, что он вам понравится. Не забывайте, что как только под этим роликом вы наберете 250 лайков, сразу же выходит новый ролик с Дашей. Поэтому... Дерзайте. С вами был Геймерус, увидимся уже на новом видео. Всем пока-пока и удачки, друзья.